Хрустальный звонок прозвенел для всех 11-классников. Городская торжественная линейка прошла традиционно на площади Красных партизан. 25 мая во всех копейских школах для выпускников прозвенели последние звонки. Море эмоций, и все они разные. У кого-то выступают слезы на глазах от того, что этот школьный этап пройден. У других на лице радостные улыбки. После последнего урока все ребята отправились на площадь Красных партизан. Именно здесь, по традиции, уже все вместе, они прощаются друг с другом, танцуют школьный вальс. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгой. Ваши аплодисменты, выпускники! Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет! Не забудет никто никогда школьные годы. Последний школьный звонок в этом году дал глава города. Хрустальный звон раздался на всю площадь. Одиннадцать классов окончили 372 человека. Это ребята из 9 школ города. В качестве подарка выпускники получили еще и возможность покататься на аттракционах в городском парке отдыха. Я очень взволнована сегодня. Как-никак последний звонок, последний день в школе проведенный. Скоро будут экзамены. И очень волнуюсь сдавать их. Я 11 лет ждала этого момента, этого события. И сегодня с утра у меня первая мысль была: «Ура, я наконец-то закончила школу!» Так грустно со школы расставаться, с учителями, к которым уже привык. Может быть, я в 7-й школе недолго, 2 года всего лишь, но я уже успел привыкнуть к коллективу, к учителям, к некоторым злым учителям, добрым учителям. Я ко всем успел привыкнуть, и так сложно с ними расставаться. Телеверсия городской торжественной линейки выпускников копейских школ уже идет в эфире нашего телеканала.